Все, извините, что пришлось выключить видеозапись, можно было бы просто ее оставить, но не суть. Чей это неизвестный голос, это точно, по-моему, был не мой брат, сказал, что он сидит в тюрьме. Ну и ладно, я вот этот сундучок, пожалуй. Отлично. Ну, слушай, неплохо. Надеюсь, я не в своей семье это взял, хотя... Если это наш... Если этот весь дом наш, то это шикарный дом, но... А хотя нет, тут еще одна дверь. Нет, все-таки это, походу, чей-то чужой сундук. Я пошел просу. Скажу, что не смог. Здравствуй, сын. Ты помнишь моего друга Уберта? Доброе утро, гонфолоньер Альберти. И вам, молодой человек. Надеюсь, ты доставил письмо? Да, отец. Но, похоже, Лоренцо нет в городе. Этого я не ожидал. Почему похоже? Какая разница? Подождешь пару дней. Послушай, тебя искали мать и сестра. Через некоторое время у меня будет к тебе еще просьба. А сейчас помоги им. Ладно. Ты уверен? Да, а теперь оставь нас. Хорошо. Был рад тебя видеть, отцо. Какой добрый дядечка. Не знаю, почему нам кажется, он священник. По его голосу, манерам. Что это за... На, один. Кому впервые сходить? К этой или к этой... Кто из них кто? Сейчас я не помню. Ну, по-моему, вот эту вот сестре, давайте. Клаудио Аудиторе, ну-ка. Третий ребенок и первая дочь. Ага, то есть она самая младшая и дочь. Пойдем тогда мать сейчас помогу. Она пока что подождет. Это же мать? Да. Сам. Я помог. Пришел тебе помочь. Бонжорно, Эцио. Здравствуй, мама. Как ты? Сто бене. А ты? Отошел после вчерашнего? Ой, да ладно, там ничего такого страшного. Понятия не имею, о чем ты. Ага. Ну, конечно. Все равно, мне нужно кое-что сделать. Пойдем со мной. Компьячере. Пойдем. Это недалеко. Мне сейчас на нас будут нападать толпы неизвестных там людей, мне кажется. Мы должны будем защищать просто кровью. Не зря же он все-таки Мари показан на жизни. Так. Подрался? Ну хотя да, там... Пожалуйста. Дракой... Не притворяйся. Дракой не назвать, это было избиение мелких. Я не мог этого так оставить. И главное, ему приходится нелегко из-за обвинений. С его слугами я дрался, а с ним нет. Франческо Паци негодяй. Но даже я не предполагала, что он способен на убийство. А кого он убил? Что его ждет? Полагаю, будет суд. Отец выступит на суде? Ему придется. Ведь доказательства у него. Жаль, что так получилось. Тебе нечего бояться. Все хотят справедливости. Ситуация неприятная, но скоро все закончится. Я могу их получить-то, нет? А хотя... Ну, сейчас попробую. Нет, он не хочет никого украсть. Ну и правильно. С матерью это опасно, запалит и все. И под домашний арест, кстати. Куда мы идем? Может, на башенку? Чтобы она нам показала... Мы пришли. А, окей. Ну, практически на башню. Там буквально через 2-3 домика где-то. Мото все стало. Ну, хотя так нам не было. Привет, Леонардо. Госпожа Мария. Привет, это мой сын, Эцио. Мольто онорато. Лоноре мио. Я схожу за картинами и сейчас же вернусь. Леонардо. Он очень талантлив. Имаджино. Самовыражение – это очень важно для понимания жизни. Найди себе занятие. Найду обязательно. Мне есть чем заняться. Что-нибудь помимо блуда. Мама. Значит, к вам домой? Си. Эцио, помоги Леонардо. Еще одну ящик. Ну ладно, я могу это подтащить, я как бы... Ладно. Эцио, чем ты занимаешься? Он не помогает скажу. Отцу. Дайте догоняйте. Значит, станешь банкиром? Ага. А ты художник, верно? Ну, Леонардо да Винчи. Если честно, сложно выбрать что-то одно. Живопись? Это прекрасно. Но мне кажется, что моим работам не хватает, не знаю, цели. Понимаешь? А лучше тебе, чтобы он хотел сказать, до того, как я разберу.
архитектурой или анатомией. Просто запечатлять красоту мира – это недостаточно. Я хочу изменить его. О, Леонардо, я уверена, что тебя ждет великое будущее. Виринграцио, Мадонна. Благодарю вас. Все договорил? А что договорил? Это Леонардо да Винчи. Молодец. Я знаю, что его... Спасибо за помощь, сынок. Можешь заняться другими делами. Ладно. Было приятно познакомиться, Эцио. Надеюсь, мы еще встретимся. Анкио. Ну, отлично. Еще одно задание выполнено. Так, теперь... Друзья, а еще один восклицательный знак, это очень интересно. О, ты кто? Ну-ка. Петрущая аудитория, ты еще кто-то? Младший детей аудитория. А, о, ух ты. 4 ребенка. Капец, ну неплохо. Хорошо, привет, бро. Самый-самый младший, ладно. Что хотел? Что ты здесь делаешь, Петруччо? Тебе давно пора спать. Какой спать? Мне нужны эти перья. Зачем? Секрет. Спать. Если я их достану, ты пойдешь спать? Да, обещаю. Интересно, так и должно быть. Какие же у них страшные глаза. Так и должно быть, что как бы день, просто полдень. Хотя, может, как бы как раз и нужно сказать, что полдень, там, после обеда всякое такое лезвие. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Раз, перо. Надеюсь, обратно у меня таймера не будет. На-ка, а ладно. В обход пойду. Не пойду я в обход, ладно. Что ты веник-то потерял? Давай подметай дальше, я не помешаю. Я добрый. Так, вот еще одна перышка. Отлично. И последняя осталась. Но за минуту я... И... все. Теперь уже можно не торопясь забраться на эту вышку. Пока что. Сейчас отнесу пройдет. Тамплиеры, знак там. Кстати, вот эти знаки, которые сейчас изображены, это знак тамплиеров. То есть это, по идее, и в башне. Ну и ладно, как вот. То есть, вообще. Что ж поделать? Все равно заберусь. Осмотрись. Отлично. Раз, 360. Ну, точнее, 180 тысяч. Отлично. 73 точки, где нужно синхронизироваться. О, привет. Мне некогда. Не дайте ему уйти! Да. Ой, как не стыдно. Что я не... Ладно, ладно, сами напросили, сиди сюда. Давай, ну, кто смел? А так не зря. Ну, кто еще? Вот так. Нет, уже наступил, все, нет дороги назад, все. Не будешь больше нападать на эту аудиторию, доселяемся. Да я еще один пачку патрулей. Ну давайте, наступайте, если хотите умереть. Ну, они не хотят умереть, молодцы. Все, я выпью. Три перья потащил. Зачем? Вот, как и обещал. Грации, брат! Ты так и не сказал, зачем они тебе? Угу. Я скажу. Потом. Ладно. Так не забудь. Потому что мне реально интересно, зачем. Ну хотя, может, тупо для красоты. Можно там, не знаю, себе лук какой-нибудь может сделать с перьями. Откуда я знаю? Собирать орлиные перья. Ну, спасибо. Спасибо. Давайте выполним дополнительные занятия. Доставь это по назначению. Очень быстро. Я хорошо заплачу. Да, как не фиг делать. Заново, ну спасибо. 4 минуты. Даже 2 штуки. Фигалы. Ладно. Читать мне некогда. К сожалению, пока что некогда. Потому что это все-таки не основное задание, там, мне кажется, ничего такого путного и не будет. Потому что может как-то повлиять там. Так, все, падаем. Быстрей, не тормози. Эй.
Надеюсь, я правильно все, все отлично. Ну, так как мне фиг делать, надеюсь, там не на другом конце города будет вторая, а то, мне кажется, я не смогу успеть. Хотя по крышам все гораздо быстрее. Если бы я бы не знал, что тут можно бегать по крышам, если бы сколько... Короче, когда в первый раз играл, я бежал только по дороге, и это уходило гораздо больше времени, чем по крышам. Потому что там изгибов много, вот эти вот негодяи агрятся просто так все время. Это все мешает. А сейчас все быстро. Исцеляю всех божьих тварей. Окей. Ну ладно. Что, покидаемся карликами? Что за наркоман? Кидаться карликами? А. Ладно. Мне кажется, он так это мяч сказал. Или он в прямом смысле слова хочет покляться карликами. Ну, не суть. Я должен просто донести письмо. Оу. Привет. Идет. Ну, что ты не упал-то? Так, ладно, сколько у нас? О, отлично. Подожди. Все, да. Все, спасибо. И... Ну, это не хорошо, конечно. Это ж немало, но ладно. Я могу их осылать. Луиджи, торговец рыбы из Сан-Марко. Не могу, ладно, я зачем? Вон там! О том, что у него самая свежая рыба и самые низкие цены в городе. Все равно тут медленно лутает, но мне кажется, так было побыстрее немного. О, о, да. Ладно, я... Нет, я... Все хорошо. Так и должно быть. Сейчас все убью, мне кажется, где там лекарь-то. День, ну, кажется, хватит, чтобы все много-много раз лез. Лекарь. Приносите больных. Лечиться. Отдохни немного, и тогда будешь совсем здоров. Все, я пошел. Дальше на задание. Слушайте! Так, кто там, а, еще сеструха осталась. Сестре помогу. Нет, я, по-моему, вот прошел. Сестре помогу и буду заканчивать эту серию. Надеюсь, у меня там не особо большая просьба. Я опять потерял вход в наше здание. Капец. Отлично. Привет. Эй, Клаудия, как дела? Бен. Что случилось? А, это Дучо. А в чем дело? Кажется, он мне изменяет. А кто это? Кто тебе сказал? Девочки. Ну, девочка всегда я говорит. Я думала, они мои подруги. Тебе не стоит дружить с ними. Абсолютно согласен. Я его любила. Нет, ты только думала, что любишь. Он поплатится за то, что сделал. Жди меня здесь. Дай мне нож. Я поговорю с ним. Хорошо поговорю, с помощью ножа. Она так на него обижена, как будто, я не знаю, как будто он весь дом сжёг просто. Ну, подумаешь, хотя, мне кажется, это неправда. Дучо. Имя какое-то подозрительно странное. Хотя, мне кажется, он изменяет, потому что только из-за имени. Вот с таким именем все изменяют. Я пошел. Надеюсь, он недалеко. Да. Да, сейчас полутай там. Нет, спустись. Купила. Отлично. Как же много у него было в кармане. Ну, хотя, нормально. Вот что мне немножко не нравится, то что тут... нет, ну по идее это хорошо, что площади большие, то есть между домами расстояние большое, но иногда это и мешает. Вот опять по пути встретилась нам башенка, на которую я забираться не буду. Я помню еще с малолеса, насколько она очень-очень сложная. Заберусь, наверное, когда уже всю игру пройду, тогда и заберусь. Потому что сейчас это довольно-таки проблематично будет. Потому что мы потом качнем ногу умели, чтобы прыгать выше, там и тому подобное. О! Дучо! Какое оно красивое! Для тебя только что самое лучшее, амор и мио. Но как же Клаудия? Я думала, ты обручен с ней. Отец сказал, что мне нужна невеста получше. Ага, так что это не он виноват, отец, но могу я все урезать, мне кажется... Бирванте! Ладно. Пойдем, погуляем. О, ну, мне кажется, у меня на уме кое-что другое. О, Дучо. Ну, кольцо подарил. Ну, кстати, не особо кто-то просил кольцо, но я его заберу. Эй, ты, свинья!
Эцио, друг мой. Нафиг. Что за черт? Ты оскорбляешь мою сестру, разгуливая с этой шлюхой. Ну зачем что грубо? О чем ты? Она не виновата. Она я видел, как ты подарил ей кольцо. Если бы твоя сестрица не дрожала так за свою честь. Ах ты. Ты разбил ей сердце. Ха! А тебе я разобью морду. Вот это ты поторопился, чувак. Давай, давай. Все в аудитории хвостуны. Но когда доходит до дела... Ха! Ты пожалеешь о том, что открыл рот. Я мог бы многому научить твою сестру. Ей повезло, что у нее был я. Ненавижу такие моменты. Может, он подойдет, может, я подойду. Вот я сейчас его в сено кину. Иди в сено. Вене, Пренд. На этот раз мама тебе не поможет. Да. Хорош вариант. Здесь как мужик. Слабак. Как и твоя глупая сестренка. На. Вот так вот. И последний удар я сейчас его просто толкну. Подойди сюда. Я хочу его в дерево толкнуть. Ну, вот так тоже. И вот так. Баста, не арендо. Держись нет. Подальше от моей сестры! Он еще стоит на ногах. Так, недопустимо. Нет, я тебя не отпущу, ты ты очень плохой человек. Тебе нужно наказать посильнее, сюда иди. Дай хотя бы проду, что ли, для приличия. Да куда ты сматываешься? Сюда иди. Дай тебя обходу и все. Возможно, это надо присмотреть. Ладжу, надеешься убежать? А, ладно, сейчас вот на этой драке закончим. Давай. Ерунда какая-то. Дрянь! Ну и воня. На. Смотри-ка, смел. Отпусти меня! Иди в сено. Чего ты как-то сено прыгаешь? Ну что ж, на этом наша вторая серия заканчивается. Заканчивается. Первая была очень большая. Я решил делать поменьше серии, чтобы грузилось побыстрее. Ну и до свидания!